Погнали, да? Ага. Значит, первая пара — Степан Пантелеев и Мухит Амангелдиев. Амангелдиев. Ну, отдаю предпочтение Мухиту. Абсолютно практически все технические действия, которые он выполнял, выглядели лучше. Степан сидит на дальней ноге и работает в основном передней рукой, прямые удары. Мухит более разнообразен в применении технических действий. Отдаю предпочтение Мухиту. Отлично. Давайте следующую пару. Просто нажимаю на... Проясните, как... Так. Вторая пара пошла? Нет. Там будет... Ага. Так. Так, Ерванян, Евроян. Предпочтение Еврояну, технический мальчик более готов, и выполнение технических действий более качественное. Так, листану. Семен и Егор. Предпочтение отдаю Семену. Технически готов лучше мальчик. Так, Виталий, Илья. Так, еще раз. Технически готовы оба неплохо. Отдаю предпочтение Илье Фролову. За счет скоростных качеств. Он гораздо быстрее выполняет все технические данные, все технические действия и на хорошем техническом исполнении. Две девушки у нас, София и Алиса. Отдаю предпочтение Алисе. Работает и вперед, и назад. Но обе технически готовы неплохо. Но Алиса выполняет больше технических действий за счет движения спиной. Алиса. Даниил Элдор. Примерно равные ребята. Предпочтение отдал бы Данилу, потому что за счет правильного распределения веса тела больше сидит на дальней ноге, а Эльдор на передней ноге сидит. Ну, это, в общем-то, ошибка. Данил. Кристина и Тайсон. Тайсон 77. Так, Кристина. Так, еще раз просмотр.
Отдаю предпочтение Тайсон. Кристина, к сожалению, более затянута, а Тайсон гораздо быстрее в выполнении технических действий. Илья, Кирилл. Кирилл, за счет работы на ногах, за счет более качественного выполнения технических действий, пробивает четко прямые снизу и сбоку все удары. Плюс работа на ногах. Кирилл. Константин Адис. Адис за счет скоростных действий. Он гораздо быстрее Константина, быстрее думает и опережает с началом атаки. Федор Марат. Однозначно Федор, потому что Федор работает на ногах. Не очень понятно, почему Марат выполнял это задание, стоя в озере. Совершенно непонятно. Федор. Александр и Миша. Александр, более подвижен, правильно располагает руки. У Миши очень задраны руки, оголяет весь первый этаж. Евгений Луцик, Лунтик. Евгений Лунтик. Евгений, более координированный, быстрый, ну а задний фляг – это из другого вида спорта. Иван Файтер. Иван поинтереснее, на мой взгляд. Больше количество ударов наносит, плотность боя высокая, гораздо выше, чем у файтера. Тимур Гайрат. Тимур отдаю предпочтение, более подвижный мальчик, чем Гайрат. Гайрат делает один шаг вперед, один назад. Этого очень мало для победы. Дана и Натали. Дана более скоростная, более подвижная. Будет опережать. И за счет нанесения большего количества ударов отдаем. Так, Албан и Александр.
Александр, Алба, он стоит на месте, ноги абсолютно отключены, в боксе это недопустимо. Гуренко и Дима. Гуренко. Работа ног. У Димы ноги стоят, стоячих боксеров, как правило, бьют. Пушинка. Зашок. Сашок. Пушинка и Сашок. Так, еще раз, пожалуйста, это. Почему? Подожди, Сашок это Саха. Это кто, мужчина или женщина? Это парень. А как так получилось? Ну, сравнивать их между собой, это, ну, это неправильно. К сожалению, нет равного количества девушек. Ага. Мужчин подобрали так примерно. Так, ну. Пушинка, мне очень жаль. Сашок проходит дальше. Он мощнее. Назарда. Назарда. Что-то не прочитать. Назарда. Назар. Дазова. Назар Дазова. И Вадим. Назаров, в боксе двигаться надо. В боксе должны ноги работать, не только руки. Вадим. Антон Дронин. Сармат. Антон. Сармат гораздо быстрее. Сармат двигается дальше. Сармат выбираем, да? Да. Угу. Сардор и Арам. Арам Сардор быстрее тебя, он работает и в голову, и в туловище, в отличие от тебя. Сардор. Расул Ахмат, Михаил. Отдаю предпочтение Михаилу за счет Расул Мухаммад тоже готов очень неплохо, но за счет быстроты действий, быстроты выполнения технических приемов Миша будет опережать тебя. Пока так. С большой натяжкой предпочтение отдаю Арсению. Очень медленно работал. И то техническое выполнение, тот технический арсенал, которым он владеет, здесь не показан в полной мере. С большой натяжкой отдаю Арсению. Так, еще раз, Азизбек. Яха двигается дальше.
Он быстрее, быстрее и чище. Блэкбэк. Ноги работают. И согласованность работы и рук, и ног. Коуч Вадим работает без ног. Это в боксе недопустимо. Егор Соломко. Более техничен, подвижен, хорошо начинает и делает защитные действия после атаки. Салах и Владислав. Салах. Владислав пока не готов. Бахтинин Филфэш, блин, ну, слушай, даже прочитать не могу, что тут написано. Бахтин? Да. Еще? The Flash. Огонек? Еще раз там. Иди. Бахтин. Бахтин технически готов лучше, делает обманные движения, подхваты делает, защитные движения делает после атаки. Бахтин. Александр. П. Смородин. Быстрее, работа на ногах, более активная. Смородин. Асан. Асан. Али надо немножко подрасти и прибавить в техническом исполнении. Усен Билоболдин. Усен технически готов лучше. Гораздо. Арсений Куми. Арсений Куми? Арсений Куми. Что такое? Арсений Куми, это как понимать? Ну, никнейм такой, что-то значит для него. Еще раз? Ну, такой псевдоним, что-то для него значит, видимо. Угу. Ну, вот ему и отдаем. Технически готов лучше. Соколов и Петр. Соколов. Соколов Евгений. Хотя сложно очень выполнять ему все это дело, но он все это делает гораздо лучше на одной ноге, чем Петр, у которого две. Извините за такое сравнение.